Ve nihayet icazənizlə siz bilmirəm bugün baxdınız baxmadınız Putin'in məşhur bir bugünlərin müsahibəsi olub. Dinləməz onu. Yok, dinlememişim. Onda diqqətə xahiş edirəm qulaq Meşhur asın. olmuşum. Ben dinleyeceğim. Buna qulaq asın sonra devam edək. Социальные обязательства перед населением все в полной мере выполняются. Спасибо. Это хорошая новость. Владимир Владимирович, помимо конфликта на Украине, к которому мы, безусловно, вернемся еще неоднократно, буквально вот последних дней и недель события на Южном Кавказе, вот председатель Евросовета Шарль Мишель не далее, как вчера, в интервью сказал, Россия предала армянский народ. Кто сказал? Шарль Мишель, председатель Европейского совета. Знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Корова. Корова, кобыла, неважно. Животное, короче, какое-то. Значит, это все? Я вас перебил, извините. Не, пожалуйста. Да. Вы понимаете, ведь что происходило, что произошло в самое последнее время? Вот что. Ну, после известных событий и развала Советского Союза, мы знаем, что был конфликт, начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами, они начались в городе Сумгаите, потом перекинулись на Карабах. Все это привело к тому, что Армения фактически... Bilirsiniz, əslində baxsa, bunun Putin ya qəsdən bilə-bilə yalan deyil, ya da ki, informasiyası dəqiq deyil, hansısa məlumat verirlər. Hazırda Sumqayıtda başlayıb, ora-bura atılmayıb. Əsgəranda başladı, 87-ci ildə. Ermənilər Miyasun başladılar, bizim üçüncü orada öldürdülər. Oradan başladı, Sumqayıt 88-də oldu. Не Карабах же, а Армения фактически поставила под свой контроль весь Карабах и 7 прилегающих территорий, 7 районов Азербайджана. Это, по-моему, чуть ли не 20% территории Азербайджанской республики. И вот все это продолжалось многие десятилетия. Должен сказать, что я не раскрою здесь никакой тайны. Мы много раз на протяжении лет 15 последних предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Какие? Вернуть Азербайджану 5 районов вокруг Карабаха, 2 оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. İşte 2 районы ve Karabağı verir Ermeniye. Azerbaycan'ın da rehberi buna razıymış. Şey verin. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили, нет, это создаст для нас определенные угрозы. Мы, в свою очередь, говорили, послушайте, ну, Азербайджан растет, экономика развивается, это нефтегазодобывающая страна, там уже свыше 10 миллионов населения. Давайте сравним потенциалы. Пока есть такая возможность, нужно найти этот компромисс. Biz ermənilərə deyib, bunu təklif elədi, iki rayon və bütün Qarabağ. Ermənilər deyib, razı olma. Deyib, biz onlara başa saldım ki, mən nəzərə alın ki, Azərbaycan böyüyür, neft-qaz ölkəsidir, 10 milyonluq bir dövlətdir və s. amma bunu qəbul etmədilər. Мы со своей стороны уверены, проведем соответствующие решения в рамках Совета Безопасности ООН. Гарантируем безопасность этого возникающего естественным образом Лачинского коридора между Арменией и Карабахом. Гарантируем безопасность армян, проживающих на этой территории. Ne planlaştırmışları? Deyib, biz söz verirdik ki, ermənilərə, deyib, mən söz verirdim ki, beynəlxalq səviyyədə biz məsələ qaldırırıq, yəni BMT səviyyəsində. Həm Qarabağda yaşayan, həm də Laçın koridorunun təhlükəsizliyini biz təmin edərdik. Yani beynəlxalq gücləri götürərdir və sonra bunun da torpağı bizdən aldılar. Şey verir. Ну нет, нам сказали, нет, мы на это пойти не можем. А что будете делать? Будем сражаться. Deyib, bizə deyirlər ki, biz bu şeyi qəbul edə bilmərik. Bə dedim, soruşdum ki, neyin edəcəksiniz? Dedim, döyüşəcəyik. Ну, ладно. Вот дело в конечном итоге дошло до вооруженных столкновений в 2020 году. И тогда я тоже предложил нашим друзьям и коллегам, кстати,
тоже президент Алиев на меня не обидится, наверное, но была какой-то момент достигнута договоренность. Гетлен гулагасын, бу дейленлере гулагасын, а, достлар. Мен о гюн дедиме ки, несе вақты мэсэ дедим ки, а, чи бу Илхам Алиевин дэлэсын өзү, чими өзүнде, Карабамызда фшизад йоқту. Булар хашмэте сақламақ үсүн, хэр шей хазырдылар. Сөйдез оларак, хая курбан омалла, бу милләтин өзүнүн тарихи бақты бар. Bu milleti Allah özü sevir diye bu belalardan Allah xilas edeyim. Xalq özü özü xilas edeyim. İlham Əliyevin dədəsinə qalsa görün nə baş verədi, baxın. Том, что азербайджанские войска остановятся. Я, честно говоря, думал, что вопрос решен. Позвонил в Ереван и вдруг услышал. Нет, пусть они уходят из той незначительной доли, Карабаха, куда войска Азербайджана зашли. Жерінде Азербайджан Путин идар элейдит. Тады осы Илхам Алиев Путин идар элейдит. Содам, бізе Ират түйкесінде данышырсыз. Эштесіз. Чүн дүнияның көзі қабағында бұғын дейді Путин. Дей, Илхам менден инзимез. Атарым дейді, бір сирашмарам керейді. Мен дедім, дур дурацақ орда, ама Ермені разы олмады. Ну, и все. Послушайте, а чего вы будете делать? Опять та же самая фраза. Будем сражаться. Ну, послушайте, они сейчас через несколько дней выйдут в тыл вашим укреплением в районе Агдама, и все закончится. Вы понимаете? Да. Что будете? Эймен улара дедим че эрменлара, Пашинян дейді, да, яган? Дедим че, че? Бекі гюне Азербайджан сказақты сын архадыңызы Агдам тарафтан. Аразасы мухасырия. Чөмей дейді, мәслаат вердимиш Пашинян. Бәс ней не десіп, ола дедилер ки, бұл дөйш әзіп әстарам. Будем сражаться. Ну, ладно. Ну вот, значит, все получилось так. Дизине дөймеге гördünüz достлар. Бу сон вақтлар Путиннин давранышларында бу yeniliklər да, бу şeyler. Сөйлешүнү эшиттиз баштаган кеми. Путинде биле şey бар. Вақтыда Түркияны сөйрдү. О, таяран вуранда. Яды яле. Биле şey olur бу адамда. Саакашвили да бунун хакында Алибай бин Данышар бу арада деп данышырды. Бунун биле харакеттери бар. Как и получилось. В конечном итоге все-таки мы договорились с Азербайджаном, что после выхода на линию Шуши и в саму Шушу боевые действия будут остановлены. Мы договорились, Алиеву. По мухарбе. Путин nəzarəti altında idarə olunan bir müharibə idi. Biz torpaqlarımızı o vaxtda tam azad eləyə bilərdik, bax bu qoyubdu. İlham Əliyevinə bir iş deyirlər. Было подписано соответствующее заявление в ноябре 2020 года о приостановке боевых действий и о вводе наших миротворцев. И вот следующий очень важный момент. Правовой статус наших миротворцев был основан исключительно на этом заявлении. От ноября 2020 года. Никакого статуса миротворцев так и не возникло. Ну, сейчас не буду говорить, почему. Азербайджан считал, что это нет в этой необходимости. Ну, а подписывать без Азербайджана было бессмысленно. Поэтому весь статус был основан, повторяю, исключительно на заявление от ноября 2020 года. И права миротворцев заключались только в одном – в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Все. У нас, у миротворцев, никаких других прав там не было. Ну и нет. Только наблюдение за прекращением режима... За прекращением огня. Все. Ну, такая... Такое зыбкое состояние, оно продолжалось определенное время. Теперь вы упомянули про уважаемого мною председателя Евросовета, господина Мишеля. Вот в Праге, значит, в Праге в осенью 2022 года, вот под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались и лидеры Армении и Азербайджана.
И там подписали заявление, понимаете? Getlen dostlar fikir verin. Mən istəyirəm mənim xalqım Rusiyanı tanısın. Niyə bu Putini dəqiq tanıyasınız? Siz bu adamın danışıq, bu indi danışacaq ha, bu faktla bağlı. Danışığına bir baxın, nə demək istəyir? Sən demə Qarabağı sadəcə Paşinyan tanıdığına görə bu da hesab edir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycan deyil ha bunun fikrinə görə. Baxın, bax Rus budur ha şovinizmi. Bax Rus imperiya ayrı bur budur. Bu çıxışı ilə dosta gör neyini bu? Erməni xalqını çalışır qaldırsın Paşinyanın üstündə ki, Paşinyanı devirsin. Qarşıda məqsəd qoyubdur ki, intiqam alsın Paşinyanla. Paşinyan da deyəsən erməni xalqı şükürlə ayılıb, Paşinyan kişimi qoruyurlar. Çünki Paşinyanın apardığı siyasət nəlməlim bu barədə də özünə qeyd edib, bu barədə də bir fikrini bildirəcəkdir. Paşinyan əslən vətənlər erməni xalqı üçün yeganə doğru olan siyasi mövqə tutubdur. Bu da onu istəmir. Niyə? Çünki Paşinyan tutduğu mövqe Azərbaycanla Ermənistanı boğuşdurmağa özü istəyirəm xalqımdan imkan verir bırak buna. Bu mümkəsində baxın, danışına baxın, yönlə demək istəyir. Заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую, безусловно, входит и Карабах. И подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской СССР, входившей в свое время в состав СССР. Bu iddiam edir Paşinyan. Görürsünüz siz. Bu adam bu danışıq tərzi ilə, mimikası ilə, jestikulyasiyası ilə Paşinyanı iddiam edir. Ki, o elif de bu tanımayı o tanıyıbdır ona görə. Baxın siz. A, как известно, в состав Азербайджанской ССР входил и Карабах. То есть, по сути, был решен главный, абсолютно ключевой вопрос – который заключался в статусе Карабаха. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость. Даже Армения. Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее, такое было. Надо мастер его. Для меня странно. Хотя Эрменистан не танымады Карабаха мюстагирлини. Но мы очень любили Карабаха, не танымады. Пахразыз. Русы мёвгей буду, таны не брусы. Решение, они не признали независимость Карабаха. Но здесь, в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом, в начале 23-го года, вторично повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. Ну, вы знаете, так между нами, хотя между нами уже это, наверное, не подходит, но тем не менее... Но если пришли... Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан и всегда считал, что Карабах – часть его территории. Но определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественные изменения своей позиции. После этого на одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит, ну вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории. Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит... Адам Пашинянин был харакатына бағланына муғавиле... Bu adam peşmançılıq səkiri, narazılıq edir. Paşinyanın hərəkətlərindən narazılıq edir. Demir, sağ olsun, düz elədilər, barışıq lazımdır, torpaq qayıtmalıdır, Azərbaycan yox. Adamın yeganə fikri, zükür odur ki, erməni xalqın qaldırsın Paşinyanın üstünə ki, ki, o Qarabağı Paşinyan verib ora, mən verməm, biz işlər razı deyildik ki. Siz qalxın o şey devirin. Mənim adamı qoyduğuna, ondan sonra mən yenə başlayayım fırlatmağa bu Qarabağına, Azərbaycanla Ermənistanı.
Ваши военные находятся на нашей территории. Давайте теперь договариваться о их статусе на двусторонней основе. Ну, а премьер Пашинян подтвердил, когда вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе. Пашинян был дорогой мат вазиетте, бахал. То есть Карабах ушел? Карабах ушел, я бы тогда сам мара гель. Вы эшлисенцы, дослан. Ай, Азербайджан халгы. Дикаты дильни, на. Карабах ушел. Я бы тогда сам мара гель, ты будешь шахсом мара гель. Нарад, не бу. Можно что угодно говорить. Карабах ушел, да, дебайте. Ушел, дослан. Bu ifadelere fikir verir siz? Ermeniler bu dakika dinliyle mene de bak bizi izleyle ben bilirim. Ah onlar bu adam yine de kızıştırıp Ermeni kalkından istifade edemezsin silah kimi. Diye Karabağ uşşol. Uşşol bilsin gibi değiller. Sen burada benim yanımdasan, benim yanımdasan, benim sen derim tuşşol. Bakın ha, bana dostlar o vakti Karabağ verende Qarabağ məsələsini müzakirə edəndə istəyirəm mən indi sizə rəsmi bir sənəd göstərəm. Ermənilər adətən yəni bilirsiniz də həmişə xoşlayırlar tarixdən danışanda tarixi sənədi göstərməzlər heç bir vaxt. Sənəd haqqında danışarlar ki, güya belə bir sənəd var. Sənədin məzmununu öz bildikləri kimi təqdim edirlər. Amma sənədi göstərməzlər. Baxın, mən indi sizə təqdim edirəm. Qoy bütün dünya görsün. Həmin sənətidir dostlar. Bu arxiv sənətidir. Prisüsdür bu. Kirin Çeka RKP Stalin. Rusiya Komünist Başevkilər Partiyasının deməli Mərkəz Komitəsinin üzvü Stalin. Kirin Kavbüro o vaxtı Qafqaz Büro sonra şey komünistlərin Arjekeridze, Maharadze, Kirov, Nazaretiyan, Orakhelichvili, nə bilim Figatner, Narimanov, Myasnikov və Narkomünitlər Asesir Hüseynov. Xahiş edirəm, baxın. Bu sənətdir. Bu tarix sənətində belə işləyərlər. Yoxsa mən bunu yalanla adını çəkim ki, belə bir qərar olur. Bu qərarda belə deyilib yox. Qarəgi Arimiyani, naşı səsiyyədi. Ya o kəm vas praşu, buddə vinimatil. Sami praçitikdir, svaymi qlazami. Şu da napisana. Sluşalı, deməli, mövzu nədir? Arcəkin izə innazirətiyan vazbujdaydı vapros o peresmotri постановление предыдущего пленума о Карабахе. Мәсәлі қалдырылар ки, Карабахдан бағлы әвәлки қарара еніндан бақылсын. Ермәнілер армақ істейді Карабах о вақты. Ағызлары шире Карабахы. 1920-ci ілін ноябрын 30-ында әсен вәтенлер, демәлі, бізім Зәңгәзүрі алыплар бұлар. Инді дişләрі шире батып, істейділер Карабахда алсынлар. Фи верін. Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах, хасы ифадештарны бурда хашеман баксын. Дослар, бахын, оставить в пределах Азербайджанский СССР. Демире передат Азербайджану. Дер оставит. Яны бу Азербайджан тәркибиндәди. Ордун сакламак лазымды. Ерменләр истиләр. Достлар, әсәр мәтәнә ерменләр. Бу тарихты, бу сәнәтты, бу архивләрдә бар. Сез буны, бу сезнең тарих түгел, ди. Мыхтар белә гәлде, нә белә Помпей белә йетти. Biz Yahudları xilas elədi, yox. Bu tarix budur, sənət budur. Astavit. Ne peredat. Burada da Putin nə dedi? Uxadil. Uxodit. Baxın, getdi deyir. Güya Ermənistanın təhkimin nəymiş bu Qarabağ? Uxodit, uşla Azərbaycan. Bu ifadələr hüquqi baxımdan, siyasi baxımdan və tarix baxımdan çox önəmlidir.